Я хочу сознаться в совершении преступления. Чё, бухой, что ли? Иди проспись. Я нанес тяжкие телесные повреждения своей жене Маргарите Грачевой. Что с моей дочерью? Ее доставили к нам с тяжелыми травмами конечностей, кистей обеих рук. Одну из кистей мы пытались спасти. Но с таким уровнем повреждений это не представляется возможным. Ей придется учиться жить без рук. Мне нужен эксклюзив. Нарой по максимуму все, что сможешь. Святую из нее и без нас делают. Мне нужен резонанс. Нередко жертва сама провоцирует насилие. В вашем сердце есть хоть немного простой человеческой эмпатии? А если чувствительность не вернется? Некоторые люди рождаются без рук, без ног и стараются жить полноценной жизнью. Только у меня были руки, мама. Были. Нам предлагают принять участие в телепрограмме. Мам, зачем нам это? Нам нужна огласка. Если дети это увидят, каково им будет узнать, что их отец садист? Я внимательно изучила ваше дело. Ваш муж предусмотрел все, включая явку с повинной. Все нормально, я все продумал. Скоро выйду отсюда. Ты же обещал мне, что больше пальцем ее не тронешь. Ты же обещал. Мне больно, отпусти меня. Если ты от меня уйдешь, я тебя убью. Неудачная шутка. Она не может причесать волосы. Она не может накрасить глаза. Она не может даже вытереть слезы своему ребенку, когда он плачет. И это нестерпимая боль. Это же ты во всем виноват. Теперь вы девушка-трансформер. Скажите, как вас изменила трагедия? Я стала больше ценить жизнь. Понимать, что все, что не делается в нашей жизни, для чего-то нужно.